Сегодняшнего занятия – переливание. Задачи эти немножко условны, потому что все время мы будем говорить о сосудах неопределенной формы. То есть пользоваться тем, что сосуд вот ровно такой формы, нельзя. Начнем с задачи, которая несколько лет назад, очень простая, была на Московской городской олимпиаде для 6 класса. Представьте себе, что у нас имеется река, сосуд 5-литровый и другой сосуд, про который мы не знаем, 3 или 4 литра вместимостью. Река – это значит, что можно наполнить сколько хотите, вылить сколько хотите. Река – это не заметит, если вы там 5 литров или даже 500 литров из нее там заберете. Так вот, задача. Можно ли за несколько переливаний выяснить, какой же на самом деле сосуд вместимостью 3 литра? Вы не листаете книжку, вы лучше задачу решаете. Или вместимостью 4 литра? Про один сосуд мы все знаем. Он 5-литровый. А другой? Пожалуйста, не шуршите, ребята. Другой сосуд, то ли... Успокойся, открой тетрадь и начни решать задачу. Это абсолютная глупость. Всегда пытаться найти ответ. Всегда пытаться где-то что-то выискать. У тебя задача. Не поиск в чужих тетрадках, а задача для своих размышлений. Да, пожалуйста. Можно сначала в один сосуд налить 3 литра, да. Потом вылить 3 литра и налить другие 4 литра, и посмотреть, что было больше. Нет, стоп, а мы же не знаем, там 3 или 4. Сосуд же имеется? Сосуд имеется, но он непонятной формы. Да. И мы не знаем, там 3 или 4, да? Надо сначала налить, заполнить сосуд 5 литров, а потом из 5 литров перелить сосуд неизвестной формы и посмотреть, сколько останется в 5-литровом сосуде. Вот. Если 2 литра во всех задачах на переливание считается, что сосуд настолько непонятной формы, что мы не можем понять, там литр или 2. Конечно, в реальной жизни, безусловно, мы по весу отличим, наверное, литр от двух. Но сейчас мы занимаемся математикой. Вот тут я уже с самого начала сказал, это немножко условные задачи. Считается, что сосуд крайне странной формы, и невозможно на глаз понять, литр там или два. Еще идеи? А 5-литровый сосуд нормальной формы? Да. Нет, формы тоже произвольные, но нам точно известно, что он 5-литровый. Там написано. Да, там написано. Это типичная олимпиадная задача. То есть, когда вам станет известно ее решение, вы скажете, да конечно, да я с самого начала знал. Да вот, а вот пока что все сидите, ничего не знаете, да? Мы наливаем 5-литровый сосуд до конца. Потом мы переливаем 3 или 4 литра в сосуд неизвестной нам формы. Можно там пройти? Можно там пройти? Да? Дальше. Хорошо, пожалуйста. Можно налить в этот сосуд 3 литра воды. Да. И посмотреть, если останется еще, то это 3 литра. А если не останется, если останется еще, то это 4 литра в сосуд. А если не останется, то 3 литра. А как ты измеришь 3 литра? Как измеришь 3 литра, действительно?
То есть вы можете заполнить, вот есть какой-то большой сосуд, и есть сосуд поменьше. Ну как, вы можете заполнить это, или вы можете заполнить это. Я не понял, что вы будете делать? Вот какой точный рецепт переливания? Или 3, или 4. Задача. При помощи переливаний сумейте выяснить, каков же объем этого сосуда. 3 или 4. Мне сейчас не интересуют ваши записи в тетради. Мне нужны идеи. Потому что понятно, что здесь вряд ли дело в вычислениях. И числа здесь данные так... более-менее случайно, конечно. Нужна какая-то идея, как вообще можно действовать в ситуации, когда про один сосуд мы знаем объем, а объем другого выбирается. Да. Можно из 5-литрового сосуда до конца налить сосуд неопределенной формы, посмотреть, сколько литров останется в 5-литровом. А как узнаешь, сколько литров осталось? Сколько-то останется, то ли один, то ли два. Да, сколько-то останется? А это магазин добежать, спросить. Что-что? До магазина добежать, спросить. Не, ну, ребят, это уже хулиганство. Это все вот на олимпиадах для вашего возраста очень часто начинают истощряться, там, поднимать все время руки, а расскажите еще раз условия, а уточните, а покажите. В надежде, что им, пожалуйста, очень сильно опоздали. Вот. Но, ребят, проблема же не в этом. Вы можете баловаться сколько угодно, но это никак не приблизит вас к решению задачи. Перелить в 5-литровый сосуд, да? И из 5... Ой. Все, что было в 5-литровый перелить в 4... Ну, вот в этот сосуд поменьше. И то, что останется... вот этот большой... меньший сосуд вылить все. Большой сосуд наполнить опять маленький сосуд. И посмотреть, осталось половина или... Поднимите руки, кто понял, о чем он говорит. Вас никто не понял. То есть вы, с одной стороны, вроде бы говорите по-русски, а с другой стороны, настолько сбивчиво и настолько путаете предложение. Надо наполнить. Нет, вы уж, пожалуйста, выйдите к доске и говорите четкими предложениями. Нет, не здесь. Быстрее. В это время все остальные могут вполне продолжать думать. Если наполнить сосуд, который меньше, доверху, перелить все, что у меня в 5-литровый сосуд. Сначала 5-литровый наполним, перельем в меньший сосуд. Потом выльем все, что осталось в меньшем сосуде. А то, что осталось в 5-литровом, зальем обратно. Посмотрим, осталось половина или больше. Если больше... то это как сосуд... узнать, осталось половина или больше? Ну, посмотреть. Ну да. С самого начала объяснили. Форма сосуда непонятная. Невозможно, глядя на сосуд, узнать,
больше или меньше половины. Я не верю, что вы не способны придумать какую-то идею. Просто нужно не в книжке сейчас рыться, выискивая какой-нибудь ответ, а подумать самому. Да, пожалуйста. Для начала мы наполним 5-литровый сосуд полностью. Потом мы выльем 5-литровый сосуд. Наполнили 5-литровый. Да. После этого мы наполним неизвестный нам сосуд. То есть. Из него? Из него. Да. Наполним дальше. Значит, у нас тут останется либо 2 литра, либо 1. Да, конечно. Мы, значит, освободим этот сосуд. Да, вылили в речку. Да. Теперь, значит, мы вот тут 2 или 1 выливаем сюда. Здесь у нас будет либо останется тут еще 4 минус 2, 2 литра, либо 3 минус... Неправда. Нет. Либо 1 литр, либо 3 литра. Тут будет еще. Либо 1 литр. Тише, ребят, дайте ему сказать дальше. Вот, дальше мы вот из этого... вот из этого сосуда опять вот туда переливаем. И вот тут у нас остается либо 3 литра, либо 1 литр. Нужно запутал. Дальше. Вы все равно не можете еще определить 3 литра или 1. Невозможно определить по виду. 2 или 1. И 2 или 1 нельзя определить по виду. Подсказки. Все гораздо проще. А там нету отметок на сосуде? Конечно, нет. Значит, весь день сегодня сосуды странной формы. На них нет никаких отметок. Да? А если я как он практически только продолжить, можно? Да, пожалуйста. Мой сын. Вот у него осталось в сосуде либо 2, либо 1 литр. Он наполнит 5-литровый сосуд. И из 5-литрового сосуда перельет поменьше сосуд. И выльет весь этот маленький сосуд. И зальет туда. Соответственно, останется 3 литра. Если честно, я не смог проследить за вашей мыслью. Ну, даже предположим, что вы правы. Что? Ответ 3 литра. В смысле, в любом случае. Ну да. Какой бы сосуд нам ни давали, это все равно 3 литра. Нет. Это правильно. Нет, это очень правы. Да, садитесь. Значит, действительно, есть такой стандартный анекдот, да, что не собираешься, оно получается автомат. Да. Нет, ребят, здесь считается, что могли быть и 3 литра, могли быть и 4. И если вы в результате рассуждений получаете, что все на свете сосуды могут быть только 3-литровыми, то, собственно, можно ваши рассуждения не слушать, да? Неправда. Бывают на свете 4-литровые сосуды. Впрочем, 3-литровые тоже бывают, да. У меня такое предположение. Мы можем положить тот сосуд неизвестной формы в тот наполненный. И сколько выльется, столько значит и в том сосуде.
А, то есть просто взять и вот так вот один сосуд в другой, да? Да. Здорово. Берешь одну бутылку и засовываешь ее прямо в другую. А то, что у нее горлышко есть, то, что специально сказали, сосуд неправильной формы. Неправильно. Неизвестно какой-то. Как у него там устроено горлышко, непонятно. А сколько его заметили? Все. Ребята, еще раз повторяю, все гораздо легче. Не нужны эти ваши странные фантазии. Задача совсем простая. Решение можно рассказать, я специально все с доски стер. Вот просто вот устно. Никакая сложная, длительная вот эта вот игра, там туда нальем, не нужно. Линейка длиной, ну скажем, 50 сантиметров. Представили линейку? Да. И другая линейка длиной, ну например, 20 сантиметров. Можете ли вы легко убедиться, что эта линейка действительно 20 сантиметров, а не 10, не 25? Вот. Как? Представить их зубом. А именно, вот представьте себе, одна линейка 50 сантиметров, другая линейка длиной, ну должна быть длиной 20, а вообще кто его знает, может вас и обманули. Как проверить, 20 или не 20? Ну представить, там получится либо... Представить, каким образом? Выйдите, покажите. Просто приложить друг к другу. А можно оправдать? А 50 сантиметров, это точно она 50? Да, она точно 50. То есть одну линейку наложил на другую. Наложил. А вот пусть на ней нет делений. Вот представь себе, что это именно палочка длиной 50 сантиметров. Вот мы ее длину точно знаем. А хотим узнать, здесь 20 или больше, да, говори. Надо приложить эту линейку один раз, приложить второй раз. И приложить третий раз, чтобы в третьем разе было половина именно. То. Да. Надо приложить один раз, потом еще один раз там, к тому месту, где остановились. И если останется... Не то. Вы так и не сумели догадаться до простой идеи. Невозможно. Господа. Что же вы все время пытаетесь ограничить себя вот этим местом? А измерить другой линейкой нельзя? Нет, у нас нет другой линейки. А да. До 20 сантиметров. Мне кажется, можно наложить на лист тетради клеточной. Не то. Можно сначала положить две линейки рядом. Какие а потом, две? Ну, вот эти две палочки. Да. Которые 50 и 20. Да. А потом сломать большую в том месте, где получается маленькая. Замечательно. В результате прохождения изделий через технический контроль все изделия уничтожаются. Да? Это замечательно. То есть, если вас пустить контролером на завод, то вы будете говорить, что у вас была замечательная продукция до того, как я ее проконтролировала. Да? А вот все линейки, конечно, их надо разрезать пополам. Действительно. Все равно не догадались, неужели? Да? Если представить еще туда 10 сантиметров... А у нас нет 10. Амон, да? Два раза эту палочку заметить, где два раза палочку поставить и на ней отмерить 5 раз по 20. Наконец-то разумный человек нашелся. Господа, надо просто взять и приложить 50 второй раз. Когда у вас есть линейка или палочка, вы же можете продолжить, правильно? Ну. И получится 50 плюс 50, 100.
если 5 раз укладывается, значит 20. Если вы ее положили 5 раз и не достали до конца, значит меньше, чем 20. Если положили 5 раз и наоборот переборщили, значит больше, чем 20. Благодаря простому равенству, давайте его торжественно напишем. 5 умножить на 20, это 2 умножить на 50. Благодаря такому простому равенству, если мы уверены вот в этих 50, то вы можете сказать, здесь 20 или не 20. Между прочим, вам может казаться, что это так себе математическая шутка, а на самом деле, если вы возьмете любой компьютер и вообще огромное количество всяких электронных устройств, то этот принцип применяется очень-очень-очень часто. Там нужны колебания, и для того, чтобы узнать частоту колебаний, применяется вот этот замечательный принцип. Если у вас есть какое-то колебание, и волна другого укладывается там определенное целое количество раз, значит, вы можете сравнить их частоты. Понятно? Идея, да? Хорошо. Возвращаемся к задаче о пятерке и выбору между тройкой и четверкой, да? Надо все пять... Нет, не надо. Вот слово «надо» является сейчас паразитом. Потому что мало ли кто еще какое другое решение придумает. В нашем с вами решении, вот сейчас мы, да, что? Возможно да. Взять 5 литров и несколько раз взять 5 литров. Сколько раз разумно взять? 4. 5. Например, 4, да. Ну, можно 3. Можно 3. Взяли 3 литра. Получилось 15 у нас. Да. И взяли мы... Нет, единственное, 15 мы не получим. Потому что когда вы заполнили 5-литровый сосуд, то второго такого у вас уже нет. Но это небольшая беда, ребят. Дело в том, что на самом деле действительно, честное слово, вы знаете, что 5 умножить на 3? 15. Осталось только понять, как это использовать. И дальше взять 3-литровый сосуд. И наполнить его, ну не 3-литровый, либо 4-х. Это неизвестный сосуд. Да, и наполнить да. его, например, 5 раз. Если у нас будет 15 литров, то это 3-литровый. А если будет меньше, то это 4-литровый. Да, по сути вы правы. Давайте я для всех еще раз повторю решение. Значит, смотрите, как можно сделать. Наполняем 5-литровый сосуд. 5 литров получилось. И этим уже, из этого сосуда, наполняем наш неизвестный сосуд. Наполнили и выливаем. Потом из оставшегося 5-литрового наполняем наш неизвестный сосуд. Ну, наверное, не хватит, да? Не страшно. Берем еще раз, зачерпываем 5 литров. То есть мы полностью сначала 5-литровое порожнили сюда, заполнили еще, наполняем. Как только наполнился, выливаем, продолжаем наполнять. То есть по 5 литров, так сказать, берем из реки и выливаем каждый раз то ли 3, то ли 4. В результате, если у нас в точности сойдется, что этих мы зачерпнули 3 раза и этих вылили 5 раз, то все хорошо. Если же не сойдется... Тогда что? 4. Тогда 4, да. На самом деле у этой задачи есть и чуть-чуть другое решение. Значит, смотрите. Можно было обойтись с меньшим расходом воды. Ну, конечно, речку все равно не жалко. Потому что мы с этой водой. Да, мы с этой водой ничего плохого все равно не делали, мы же ее не портили. Вот. Но смотрите, как можно было сказать. Можно было сказать так, что число 10 обладает замечательным свойством. То есть, смотрите, я сейчас буду зачерпывать этим сосудом, а наоборот выливать этим. 10 обладает замечательным свойством. 10 больше, чем 3×3,
Так, кто-нибудь знает, сколько будет 3×2? 10. Меньше, чем... Это сколько? 12. 12. Десятка, но что такое 10? 10 – это 2 раза по 5. Ну, а теперь решение. Зачерпываем неизвестным сосудом воду и пытаемся наполнить 5-литровый сосуд. Ну, в первый раз, конечно, не наполнится. Во второй раз наполнится, и даже тут еще что-то останется. 5-литровый сосуд выливаем и продолжаем наполнять. И 3 раза зачерпываем неизвестным сосудом воду. Если это уместится в... Ну, то есть, если придется выливать из 5-литрового только один раз, значит, сосуд был 3-литровый. Если же придется выливать 2 раза, чтобы поместилось, то сосуд был 4-литровый. Поняли идею? Да. Отлично. Ребята, сейчас будет задача шутка. Мне нужен какой-нибудь человек. Ну, например, вы. Чуть-чуть, быстрее. Значит, не бойтесь ничего. Так, ребята, мы все спокойно смотрим. Главное, никто не подсказывает. Просто совсем никто не подсказывает. Берем бутылку. Ну, давайте, понятно, что бутылки можно по-разному рисовать. Я не буду стараться особенно красиво. Бери книжку. Включи свою голову. Что ж ты все время ищешь где-нибудь подсказку? Вот. И представьте себе, что здесь у нас налита вода. Понятно? Отлично. Все молчат. Всем не помогайте. Задача. Пожалуйста, нарисуйте, как будет выглядеть эта бутылка и уровень воды в ней, если ее наклонить. Наклонить не в смысле положить, тогда понятно, что вся вода выльется, ничего интересного. А наклонить, ну, не очень сильно. То есть, вот, ну, примерно вот так. Пожалуйста, вот мел. Нарисуйте быстрее. Я не требую особой красоты. Мне нужна схематическая бутылка. Да. Да, что-то, ну, голубушка прям мне. Хорошо, вы рисуете что-то. Нормально. Так, и уровень воды. Тише. Так, увидели? Господа. Да. Удивительная вещь. Все мы прекрасно знаем, что уровень воды обязан быть горизонтальным. Тем не менее, на помощь школьников я это не испытывал. Всегда результат примерно такой. То есть, бывает, что рисуют уровень воды вот так вот. Ну, то есть, рисуют горлышко так, уровень воды так. Бывает, что рисуют вот так вот. Давайте сообразим. Какой на самом деле должен быть? Давай. Уже после того, как обратили внимание, уже любой легко нарисует. Совершенно верно. Уровень воды должен быть строго горизонтальным. Какой физический прибор основан на этом? Да? Одинаковая во всех местах гравитация. Ой-ой-ой, это все страшные слова. Какой физический прибор, присутствующий в этой комнате, на который любой из вас может показать пальцем? Какой физический прибор основан на этом принципе, да? Какой? Соска, ну, слава богу, у нас возраст не такой, вы без соска ходите, божество. Линейка. Да. Линейка нет. Не видеокамера. Да. Видеокамера. Горячо. Да. Зеркало. Нет. Свет. Ну, нет, это уже, это холодно. Телефон. Стол. Окно. Да? Видео. Какой прибор используют при строительстве здания? Подъемный экран! Уровень, молодец. Уровень.
давайте я напомню, что такое... А где он? Здесь? Где? Для того, чтобы камера стала ровно, там есть уровень. Не будем сейчас подходить, потом после урока посмотрите. Там есть уровень для того, чтобы можно было ровно поставить. Так вот, напомню для тех, кто не знает, я думаю, что большинство, конечно, знают, что такое уровень. Уровень – это стеклянная трубка, почти полностью заполненная жидкостью, не очень важно какой, желательно, чтобы подкрашенный, чтобы это было хорошо видно, в которой имеется маленький-маленький пузырек. Остров. Да, пузыречек. Так вот, этот пузыречек газа, разумеется, стремится быть как можно выше. Что это означает? Когда мы горизонтально располагаем, то он, конечно, сюда. Представьте себе, что мы повернем эту конструкцию. Извините, что я, может быть, не очень красиво рисую, но смысл такой. Повернули эту конструкцию, он будет здесь, и вот отличие этого положения от этого очень легко заметить на глаз. То есть, я, конечно, очень сильно его повернул, но даже при небольшом повороте плоскости на глаз отличие пузырька видно, потому что, конечно, делают не такую, а... Ну, в общем, подойдете, посмотрите, потому что такой уровень. Хорошо. Следующая задача тоже будет довольно простая. Представьте себе, что вам дали бутылку длинную-предлинную, странную-престранную, какой-нибудь такой вот совсем замысловатой формы. Вот я специально нарисовал, что такое вот совсем странное. Замечательно. И там жидкость. До некоторого места вот залито все это жидкостью. Вопрос. Как узнать, больше половины или меньше половины? Да? Надо положить вертикально, что и будет видно. Как же такое положить вертикально? Повторяю, здесь может быть все, что угодно. Здесь может быть тоже, вот совсем все, что угодно, бутылка странной формы. Спрашиваю, как узнать, больше половины или меньше, да? Нужно сделать отметину, где уровень воды, да. И потом перевернуть вот так. Молодец, догадался. Если... Все, решил уже. Действительно. Удивительно простое решение. Нужно взять и по поверхности бутылки... Просто, не знаю, колечко, да, там резиновое колечко, или там, не знаю, фломастером нарисовать. В общем, каким-нибудь образом замерить вот это место. После этого... А что, бутылка стеклянная? Да. После этого перевернуть, я специально нарисовал, что она запаяна с двух концов, да, так же, как тот уровень. Перевернуть, и если у нас... В общем, дальше понятно? Да. Дальше понятно. Бутылку достаточно перевернуть. Ну хорошо, ребят, давайте на этом, собственно, совещание мы закончим. И сегодня у нас будет довольно серьезная тема. А именно, мы должны будем порешать сначала задачи на переливание, и потом мы должны будем узнать, как связаны задачи на переливание с бильярдом в треугольнике. Поднимите руки, кто знает, что такое бильярд в равностороннем треугольнике. Нет, не бильярд в смысле игры, это-то все знают. А вот как мячик бегает внутри равностороннего треугольника, кто-нибудь знает? Не знает, отлично, вот сегодня и узнаете. Да, вот сейчас вам уже нужна книжка, задача... Давайте подряд пойдем. 277. Имеются два ведра. Одно емкостью 4 литра, другое емкостью 9 литров. Задача. Набрать из речки 6 литров воды. Значит, в начале оба
сосуда пусты. Решение задачи принимается вот в таком виде. То есть вы должны сказать, что там нальем туда-то, станет столько-то, столько-то. То есть как последовательность кадров мультфильма. Я надеюсь, что этого хватит. Если не хватит, еще нарисую. В общем, работаем. Выходить к доске можно только после того, как у вас полностью получилось. Никакие промежуточные идеи не приветствуются. Да, пожалуйста. Нет, нет, вы не пожалуйста. Вы у нас там прибиты на месте. Тут пусть все отвечают. Требуется заполнить таблицу. Наливаем 9, и эти 9 переливаем в 4-литровый. Переливается 3 литра, получается 4. И тут... Спасибо. У меня другая версия. Нет, все, все. Уже решили. Можно я, пожалуйста? У меня тут версия с 4-литровой. Нет, пожалуйста, мне, конечно, мне не жалко, но вообще... Ребят, проблема такая. У нас, хотите, раз уже захотели, действительно будут разные возможности решения. Пожалуйста, если у вас другое решение, напишите. Но вообще ничего не хочется. Давайте, давайте, быстрее. Так, мы сюда... Вначале 0,0. Мы наливаем... Снимайте посильнее. Мы вливаем в 4-литровый сосуд, потом переливаем. Здесь остается 4. Наливаем еще раз. Ничего же не видно. Возьмите хороший белый мел. Решительно нажимайте посильнее. Вы никогда не понимаете, что работаете не на оценку. Вам страшно школьный опыт мешает. Вы настолько привыкли выслуживаться за оценку, что не думаете, что можно делать что-то осмысленное. Что-то не для того, чтобы получить свою пятерку, а для того, чтобы добиться результата. Цифры пишут для того, чтобы было видно. Знаете, вот предыдущий писал цифры так, что их с заднего ряда было очень хорошо видно. Потом еще раз. Здесь 0. Здесь 0. Я не знаю.
Я не понимаю, как из ситуации 8-4 вы получили 3-0. Смотрите, невозможно за одну операцию из ситуации 4-8 получить ситуацию 3-0, правда? Все, вот это же неверно. Как неверно? Если, если вас поймали за руку, то неверно. Это переливание не годится. Может быть, вы это сделали за несколько операций? Тогда объясните, что это были за операции. Мы переливали. Как мы перелили сюда, чтобы был полностью, осталось у нас здесь 3, а здесь 0. А здесь 9. Мы перелили. Отлично. Значит, надо писать. Здесь надо писать 9. И после этого надо написать 3-0. Теперь понятно. Дальше. Дальше. Мы наливаем сюда, переливаем. Здесь остались, будет 0, а здесь 3. Мы еще раз вливаем. Потом мы переливаем. Здесь будет 0, 7. Мы еще раз наливаем. Так когда это кончится? Отлично. Что? Здесь будет 2, чего наливаем до конца, здесь 2, здесь 9. Что? Наливаем. 2, 0. 6. И доливаем. То есть 6 не нужно. Нет, 6 когда-нибудь, конечно, будет, но не да, здесь. Да, но не здесь. Мы переливаем сюда. Смотрите, ребята, в его безумии есть система. Он все время набирает 4-литровый сосуд. Неужели действительно 4 плюс 2, 6? Да. Ну что ж, посмотрим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 операций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 операций. То есть ваш способ ровно в 2 раза длиннее. Ну, на самом деле, я вполне осознанно разрешил вам его показать. Остановитесь, пожалуйста. Вот дальше уже болтать, по этому поводу не стоит. Я осознанно разрешил вам его показать. Не потому, чтобы прославить вас как, так сказать, отечественного производителя, да? Вот, знаете, так сказать, это примерно как отличие, как там, не знаю, Жигули от нормальной машины. Нет, нет, идея совсем не в этом. Идея была в том, что действительно задачи на переливание имеют не обязательно одно решение. Мы сейчас не будем, в общем, стараться находить все решения, именно потому, что ну, вот бывает такое, что одно решение существенно длиннее другого. Наша цель — найти хотя бы какой-нибудь. 278-я задача. Отмерить 8 литров воды, находясь у реки и имея 2 сосуда. Один вместимостью 15, а другой вместимостью 16 литров. Тоже воду не жалко, можно сколько угодно набирать, да, сколько угодно выливать, и ситуация, в общем, не хитрая. Если честно, задача имеет довольно длинное решение, поэтому я расчерчиваю... Что? Изначально без ведра. Конечно, сначала оба ведра пустые. А можно ведро наполнять не целиком, а... Нет, нельзя. В
Вся идея задачи на переливание в том, что если сосуд наполняется, то он наполняется до упора. Вы решили? Нет, можно повторить. Можно повторить. Вы находитесь около реки, и в вашем распоряжении два ведра. Одно вместимостью 15 литров, другое 16-литровое. Считается, что когда вы переливаете, вы действуете с точностью до одной капельки. Идеально, абсолютно рассчитываете количество. Так вот, требуется отмерить 8 литров. Если бы ведро было правильной формы, ну как обычно делают ведра, там какие-нибудь риски наносят, то это было бы легко. Но в том-то и идея, что на вашем ведре никаких отметок нет, и форма его может быть самая странная. Да? Пожалуйста. Здесь как раз ваше упорство поможет. Делать надо ровно то же самое, что в предыдущей задаче. Давайте. Налил 15-литровое ведро второй раз. Сейчас уже такая ситуация. 14, все, все, работайте. Я вас комментирую. 14 и 16. 16-литровое ведро опустошил. Теперь 0 и 14. 15 и 14. Удивительная вещь. Вот. В написании четвертого. Да. Так, 13, 0. 0, 13. 0,12. Да, да, 12. Я не понимаю. Я не понимаю, как так получилось. То есть, что это за число такое? Почему здесь было 13 и здесь опять 13? Неужели не можете без тетрадки? Неужели обязательно пользоваться черновиком? Дальше. Господа, записываем, записываем. Пока он все делает разумно. Все время набирали 15-литровый сосуд. Переливаете 7 литров, действительно, в одном из сосудов получилось 8 литров. Господа, конечно, вообще-то можно больше ничего не говорить.
потому что попросили рассказать нам, как переливать, мы предложили переливание. Однако, я сейчас очень прошу вас сделать то, что вам легко. Мне, к сожалению, это сделать довольно сложно. А именно, нарисовать прямоугольник размером 15 клеточек на 16 клеточек. Я все-таки попытаюсь на доске такую картинку изобразить. Значит, итак, 15 на 16. Картинку. Оп, да, клеточек. Вам совсем просто. Вам просто, собственно, обвел и все. Мне придется помучиться. Квадрат 16? Нет. Смотрите, как я это должен сделать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально. Теперь осталось каждый пополам разделить. Нарисовать прямоугольник высоты 15 и ширины 16. Так, все, 16 я уже получил. Теперь мне нужно каким-то образом получить 15. Ну, давайте так. Вот я разделил на 3 равные части. Теперь я везде серединку вырезаю. Ничего-ничего. Может быть, не очень красиво, но вполне для меня сгодится. Так. Так, все, я расчертил. Значит, итак, в ширину 16, в высоту 15 клеток. И давайте договоримся, что вот эта точка будет означать начальное положение, когда в обоих сосудах 0 литров воды. Вы действительно считаете, что должны войти в историю этим звуком? Ребята, смотрите. Действительно, бывают люди, которые таким образом делают себе, что называется, да? При слове культуры я хватаюсь за пистолет. Это известная, да, фраза. Но каждый человек решает, он действительно так войдет в историю, или же будет вести себя как-то прилично. Так вот, а давайте договоримся, что вот эта точка будет показывать, что сосуды максимально заполнены. То есть, абсцисса показывает, сколько воды в 16-литровом сосуде. Ордината показывает, сколько воды в 15-литровом сосуде. Давайте возьмем вот эту точку. 8-16. Рассказываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она точка. Это точка, когда 16 литров в большом сосуде и 8 литров в меньшем размером сосуде. И что мы должны сделать? Мы должны из зеленой точки добраться до красной. Поняли идею? Дойти из зеленой точки до красной. А сейчас я хочу, чтобы вы догадались, чем же мы занимались, когда выписывали эту таблицу. Давайте сделаем так. Давайте пронумеруем столбцы от нуля, вот здесь поставим число 0, до 0 до тех пор, пока не доедет. Да, давайте, уже надоело. Что это за точка? В 16-литровом сосуде
0 литров, в 15-литровом 15 литров. Вот она, точка номер один. А следующая точка. В 15-литровом ничего нет, то есть ордината равна нулю, а в 16-литровом 15 литров. Точка номер два. И они идут так параллельно. Интересно, как они идут. На самом деле идут они совершенно замечательно, ребят. Вот здесь вот линия вертикальная. После этого, посмотрите, не параллельно, а под 45 градусов. Это называется, да? Попал во вторую точку. Третья точка. 15-15. Вот так. Точка номер три. Четвертая точка. 14-16. Вот она, четвертая точка. Пятая. Пятая точка. 14-0. Вот интересный вопрос. Что такое 14-0? В одну. Вот это. Вот это пятая точка. В 15-литровом сосуде 14, а в 16-литровом. Все помнят, что по горизонтали отмечается количество воды. Так, я уже немножко махнулся. Так, вот она, пятая точка. Шестая точка. 0,14. Что такое 0,14? 14 литров в 16-литровом сосуде. Так, я не знаю, ребят, это нужно продолжать, или вы уже поняли? Ну, я все понял. Что вот так вот мы и будем ходить. Да? Дальше мы что сделаем? Поднимемся вверх. Сдвинемся сюда. Это будет седьмая точка, это будет восьмая. Пройдем по горизонтали, и там будет девятая точка. Пойдем по диагонали. И так будет, конечно, длинно. Но геометрически очень хорошо видно, что происходит. Мы зачерчиваем квадрат подряд диагоналями. То есть вот такая диагональ, потом следующая, следующая, следующая. Можно я не буду все рисовать? Это на компьютере получится гораздо красивее, чем если я буду пытаться играть. На самом деле, можно было запустить наш бильярдный шарик такой. Почему бильярдный шарик, я объясню потом. Здесь совершенно не видно, почему здесь бильярд. Здесь просто такая вот некая траектория. Можно было запустить вот в таком направлении. То есть заполнять не 15-литровый сосуд, а 16-литровый. На самом деле советую или сделать сейчас, как вы считаете? Не надо, хорошо, не буду. Сами сделаете, но советую сделать. Реально, вот потратите на это 5 минут, выпишите то же самое, только если начать двигаться не туда, а сюда. То есть, значит, первое действие будет такое, не 15-0, а 0-16. Вы будете все время набирать 16-литровый сосуд. Ну и, в общем, получите, по сути, то же самое. Хорошо. Следующая задача очень простая. Наверное, многие из вас ее знают. Имеются двое песочных часов. Одни на 7 минут, другие на 11. Требуется сварить кашу. Если известно, что она должна вариться ровно 15 минут. Пожалуйста. Ставим кашу. Проходит 7 минут. Здесь остается 4 минуты, потому что 11
плюс 7 равно 4 минутам. На 4 минутах мы ставим кашу. Каша варится 4 минуты и еще плюс 11 минут. Это равно 15. Угу. Хорошо, спасибо. Во-первых, вы абсолютно правы. Стоп, давайте я объясню нашу мысль просто картинкой. Вот смотрите, представьте себе, что у нас действительно есть часы, которые высыпаются за 11 минут. И другие на 7 минут. Ну, я не знаю, примерно так. На 7 минут. Кстати, вам в тетради очень легко это нарисовать. 11 клеточек, 7 клеточек отложить на проблему. Правда? Господин мой, ты же не вдумываешься. Для тебя самое главное сказать, что «а я могу». Ответ простой. Ничего не можешь. Потому что ты не задумываешься над тем, что происходит. Для тебя главное прокричать, что «а я могу». Ты не слышишь условия. Ты начинаешь кричать, что «я знаю» до того момента, как услышал задачу. Ребята, вот в этом, кстати, беда олимпиад для маленьких. В свое время, когда мы придумывали олимпиаду для 6 класса, мы были абсолютно уверены, что никто не будет проводить олимпиады там для первого, для второго, для третьего, потому что, к сожалению, задачный материал, который на этих олимпиадах предлагается, он чрезвычайно небольшой, собственно, ну, несколько десятков задач, да, и вот все эти лауреаты там олимпиады первого класса, к сожалению, это те, кто наизусть запомнил решение там, одного, двух, трех, максимум 5 десятков задач. Они, конечно, страшно счастливы, но цель должна быть совершенно в другом. Не в том, чтобы запомнить наизусть какие-то вещи, а понять смысл. Так вот, смотрите, если мы рисуем отрезок длины 11 и другой отрезок длины 11, то у нас возникает вот этот вот отрезок. Вам абсолютно правильно было написано, что 2 умножить на 11 минус 7 – это 15. Таким образом, кашу надо ставить именно в этот момент. То есть сначала запускаем одновременно и те часы, ждем, когда 7-минутная закончится, начинаем варить кашу. Как раз, когда второй раз закончится 11 минут, у нас пройдут 15 минут. Отлично. И вот теперь я наконец-то сформулирую задачу. Представьте себе, что числа другие. А именно, вместо 7 и 11, давайте возьмем, ну я не знаю что, мы живем в 2011 году? Да. Отлично. Давайте возьмем 20 и 11. Давайте так. Одни на 20 минут, другие на 11. И представьте себе, что каша должна вариться, ну, я не знаю сколько, 17 минут. Можете ли вы решить ту же самую задачу, но с другими числами? Почему нет? Если вы так бодро рапортовали, что можете эту задачу решить, или это было потому, что вы ее, извините, наизусть запомнили?
Смысл явления. Да, да, да. Смысл явления этого не поняли. Да. Потому что... Нет, давайте без «потому что». Давайте просто, что надо сделать, что? Чтобы отмерить 17 минут, пользуясь... Разница между двумя слагаемыми должна быть... Вы задачу решили? Вот туда. Какую первую? У нас есть одна задача сейчас. Я уже понял, что вы наизусть выучили решение этой задачи. Молодцы. Попка-дура. Молодцы. Вот. А вот теперь у вас задача по математике. Не то, что вы привыкли радостно повторять. Да, я знаю нестандартную задачу. И этих нестандартных задач я знаю 15 штук. Да? И больше их не бывает. Нет, вот здесь вам ситуация. Вот я взял и написал другие числа. Я мог бы написать еще какие-нибудь. Вот так. Решаем задачу, ребят. Не ищем подсказку в книжке, а решаем. Да. Кому повторить? Это не анекдот номер 14. Это задача по математике. Значит, у нас имеются двое... песочных часов. А в одних песок просыпается ровно за 20 минут. В других ровно за 11. Каша должна вариться 17 минут. Да, пожалуйста. Научиться это делать. Научиться отмерять. Пожалуйста. Сначала мы... Инструкция. Мне нужна жесткая инструкция, что делать с часами. В магазине продаются новые, я понимаю. Но нет у нас возможности новые купить. А повар на корабле едет, поэтому нет. Да, 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 повар на корабле, да. Туда не летают наши магазины. Ребят, все, шутки закончились. На самом деле, он сказал правду. Просто надо вот эти вот его слова, которые толком не запомнишь, превратить в нормальный, четкий алгоритм, такой же, как был здесь. Просто здесь числа уж очень простые, и поэтому любой из вас понимает, вкусно даже. Здесь числа у меня чуть-чуть посложнее. Если вы свои мысли запишете, то вы сможете их превратить в нормальную инструкцию для самого тупого кока.
Это я. А вы готовить умеете? Я да. Итак? Я тоже. Итак? Надо на самом деле понять, во сколько раз мы возьмем 11, и, правда, не 1, а 20, и сколько раз мы возьмем 11. Пишите, вычисляйте. Это просто трудно сделать. Но если немножко посчитать, то все получится. Чтобы я умножил 11 на 13. Да. Да, пожалуйста. 143. Так. Значит, это я посчитаю. 143, согласна. Вот. И 7 по 20. Интересно. 20 умножить на 7. 140. Действительно, 140. Да. Вот, когда у нас будет заканчиваться 143. Мы берем и закончилось 143, берем, а нет, вот 140 закончилось, да? Да. И у нас еще идет 11. Вот мы 140 закончилось, переворачиваем 20. И вот когда заканчивается 143, мы включаем кашу. У нас остается еще 18 минут. То есть, ребята, на самом деле он правильно все сказал. А вы будете ждать это за рулем? Единственное, здесь надо было на самом деле написать не 7, а 8. Так было бы гораздо понятнее. Смотрите, господа. 160 и 143 обладают совершенно замечательным свойством. 160 минус 143 – это 17. Таким образом, удалось найти равенство, похожее на вот это. А именно, 8 раз по 20 – минус 13 раз по 11 получится 17. Действительно, мы можем сделать так, как вы сказали. Запускаем одновременно на 20 минут и на 11. И не так много, кстати. А что? Да вы что, 143 минуты? Люди будут ждать, что 43 минуты? Ну, повар же заранее знает все. Просто люди там будут так крутиться эти. Все нормально. Все нормально. А если этот повар в ресторане работает? Идеально. Получил заказ за неделю и крути свои часы. Гашу в ресторане продают. 30. Да вы что? 300. Да вы что? Что же там еще подают? А что же там еще подают? 5 часов надо ждать. Ребят, мнение, что в ресторане подают кока-колу, глубоко ошибочно. Нет, мне подавали в одном ресторане. Да, глубоко ошибочно. Господа, я бы сейчас предложил нам прекратить рассказы о ресторанах и лучше посмотреть сюда. На самом деле... Давайте, у меня стол будет. А ты понимаешь, что ты сейчас реально мешаешь? Понимаешь, ты вот сам не учишься и реально не даешь другим. Так и не понял, что здесь делают. Здесь обсуждают анимакунус. Обсуждают анимакунус. Так вот, давайте посмотрим. На самом деле, какие были требования к этим числам? Да почти никаких. Единственное настоящее требование состоит в том, чтобы вот эти два числа как вам сказать? Вот было бы плохо, если бы они были обучетные. Правильно? Нет. Потому что тогда, что ни пытайся из них сделать, это будет четное число. А если это нечетное, то его никогда не получишь. На самом деле, есть такая теорема. Если взять два любых числа, у
которых нет общего делителя, кроме единицы, то здесь можно получить любое число. Разумеется, сейчас я вам ее доказывать не буду. Это так называемый алгоритм Евклида. Совершенно замечательная математическая тема, но она достойна отдельного рассмотрения. Лучше пойдем дальше. Из полного 8-литрового ведра отлейте 4 литра. Так, как бы мне сделать? Давайте так. Значит, 8-литровое ведро. Отлейте 4 литра с помощью пустой 3-литровой банки и 5-литрового бидона. В начале ситуация такая. 8, 0, 0. Имеется 8-литровый сосуд, полностью залитый жидкостью. Имеется пустые 3-литровая банка и 5-литровый бидон. Никаких других сосудов нет. На землю ничего выплескивать нельзя. Так что в конце концов должно оказаться 4 литра в 8-литровом сосуде и 4 литра должны оказаться в 5-литровом. Вот должны мы добиться такой ситуации. Работаем. Сделали уже? Хорошо, выходите, пишите. Речка есть? Проверили? Нет, никакой речки. Вы что? Только 3. Что? Получилось 8-литровый 4 или 5-литровый 4. Ну, очень хорошо, да. Только, пожалуйста, заполните целиком таблицу. Сначала мы можем из 8-литровый. Вы пишите числа, будет быстрее. А мы же будем проверять. Так, перелили в 3-литровый. Из 5-литрового, нет, перелили сначала в 5-литровый, потом из 5-литрового в 3-литровый, дальше. Лежать, правда? 6, 2, 0, 6, 0, 2, 1, 5, 2. Фантастика. 1, 4, 3. То есть получается, что я тут даже дорисовал, да? 1, очень хорошо. 4, 3. Очень хорошо. Я не буду стирать. Я, разумеется, не буду это стирать. Потому что я еще должен обсудить сейчас табличку, ведь она выглядит как маленькое чудо. Потому что непонятно, как она догадалась, почему она догадалась именно так переливать. Ни у кого нет другого решения? Нет, я запутался, это нормально. Хорошо. Это, оказывается, была домашняя заготовка. Ничего, ничего. Это уж в матисте тоже так бывает. Как вот это я Итак. Какой-нибудь еще вариант будет? Давайте я расчерчу.
в надежде, что кто-то придумает свой способ решения. Мерки на ведрах есть? Что? А мерки на ведрах есть 1 литр 20. Нет мерок. Что же ты не можешь понять, о чем мы сегодня говорим? Я знаю. А зачем же тогда? Если знаешь. Еще раз повторяю. Удивительно унылый вид, когда школьники вот на олимпиадах вместо того, чтобы решать задачу, начинают поднимать руки. А можно уточнить? А правда, что в этой задаче пешеход ходит только пешком, а не ездит на мотоцикле? А правда, что если два человека встретились, то это значит, что они в одном месте? А может быть, они могли встретиться, находясь в разных городах? И вот так вот бегают представители жюри на поднятые руки, ожидая, что хоть у кого-нибудь будет разумный вопрос. Разумеется, ни у кого нет. Кстати, последние годы, даже понимая это, стали делать так. Просто печатают текст и говорят, что олимпиада – это ваша борьба с текстом. Вот никаких пояснений, да? У меня. Что, у тебя получилось? Да. Давай. А как у нее в первом действии получилось 3 и 5 литров? Я из первого перелила. Да, там же мерок нету, как ты перелила точно. Там нет мерок, но наполнить сосуд до конца можно. Так получилось или нет? А дальше то же самое с первым. Да. Нет, мы не можем получить за одно переливание 0,5. Что, 0, потом 0. На землю не делаем. Тише. Дайте человеку, он утверждает, что он решил задачу. Скажи, пожалуйста, а предыдущее решение ты видел? Вот это? Мне по-другому немножко. Немножко это как? Мне по-другому. 0,5. Тогда пиши. Написано чисто? Да. Тогда пиши. Если все-таки в тетради нет, то лучше не надо. Написаны эти числа. Покажите, пожалуйста. Нет. Сначала сядьте, решите задачу. Ребят, вот так решено. Отлично. Сядь и реши задачу. Здесь присутствует много людей. Мнение, что все ваши
проявление, все ваши мычания интересны людям, оно абсолютно неправильно. Ребят, если человек вышел что-то рассказывать, он должен быть готов, это должно быть что-то за душой. Нельзя считать, что каждый мой чих интересен. Там вашей маме это интересно, другим нет. Какой вопрос? Найти другой способ получить ситуацию 4-4-0. Я жду. Давайте посмотрим. Мы должны решить задачу. Понимаете? Не ждать, когда другой сделает, а решить. Что? Напишите числа. Нормальным образом. Нет, так не пишут. Во-первых, надо взять бумагу в клетку для начала. Надо просто подготовить скрупу. Понимаете, вы претендуете на всеобщее внимание, а вам лень достать листочек в клеточку. Вот знаете, да, у Путина есть такой обычай на несколько часов опаздывать на всякие совещания. Только он большой начальник, он это может, они его боятся. А я его не боюсь. Понимаете? Пока вы не стали Путиным, вы должны вести себя прилично. Вы должны выполнять нормы общежития. Берешь, переливаешь. Это легко, ребят. Просто берешь, ничего не боишься, переливаешь. И желательно не туда-назад, а как-то осмысленно. Неужели не решите? Я решила. Решите, чтобы все понимали, что там происходит. И чтобы там не было ходов туда-назад. Потому что перелив из одного сосуда в другой, а потом назад, это бессмысленно. Не может быть, чтобы у нас не получилось. Да? Диктуйте. Значит, 5-0-3. 5-0-3. Дальше. 5-3-0. 5-3-0. 2-3-3. 2-3-3. 2-5-1. 2-5-1. 2-5-1. Это из этого переливали в это. Понятно. Дальше. 7-0-1.
7.01, тоже понимаю, телесовод. 7.1.0. Тоже хорошо. И 4.1.3. 4.1.3, да. Вот, у нас 8 литров остается 4. Замечательно. Ну и последняя операция давайте. Ну, да, 4.4.0. Что, молодец? Молодец. Господа, заметьте, предложен второй способ. Нет, нельзя. Мне сейчас вполне хватит двух. Потому что вы действительно сейчас можете сказать, а у меня третий, а у меня четвертый. И так мы с вами будем искать. Оказывается, однако, можно подойти к этой задаче совсем по-другому. И это и есть обещанная с самого начала сегодняшнего занятия идея бильярдного шара. Ребят, большая просьба всем вам сейчас сделать следующее. Нарисовать большой, ну, желательно прям почти на страницу, то есть действительно большой, чтобы там удобно все было видно. Равносторонний треугольник. То есть постарайтесь, чтобы его стороны были бы примерно одинаковой длины. Сразу скажу, не надо, чтобы вот это вот шло по диагонали под 45 градусов, потому что тогда, конечно, равностороннего треугольника не будет. Если вы нарисуете вот такой вот треугольник, он совершенно не равносторонний, он прямоугольный и равнобедренный. Нет, мне такой не нужен. Мне сейчас нужен треугольник вот примерно такой формы. И в этом треугольнике мы сейчас сделаем некоторое построение. Давайте начинаем так. Берем середины сторон. Понятно, что я рисую без инструментов, поэтому у меня получится не очень ровно. Вам советую, все-таки по линейке, постарайтесь, чтобы более-менее получилось. Дальше. В полученных, знаете, получились 4 конкурентных треугольника. Значит, наш большой треугольник разрезался на 4 меньшего размера. Так. Примерно отмечаю здесь середины. Это я так намечаю себе фронт борьбы. Так. Давайте проводим. Ой, извините. Я должен сейчас постараться нарисовать максимально ровно, потому что на самом деле еще далеко не все сделано. Ой, уже перекосило. Уже немножко перекосило. Ну, надеюсь, что вы меня простите. Значит, что произошло? Каждая сторона разделена на 4 равные части. Весь треугольник разбит на... Кстати, сколько? 16. На 16 маленьких треугольничков. У меня задача о числе 8, поэтому я должен, ребята, опять сделать то же самое. Значит, примерно взять середину и дальше старательно провести через середины. Так, пожалуйста, давайте. Если у меня сейчас будет где-то неровно, надеюсь, что вы меня простите, потому что... Конечно, на компьютере это можно нарисовать очень красиво, но у меня нет сейчас такой возможности. Хотя, вообще дома у меня есть картинка, где это все зарисовано. И, наверное, в следующий раз я вам ее даже покажу. Но сейчас не будем отвлекаться на компьютерную графику, а сами давайте нарисуем. Осталось недолго. Так, все линии я провел? Да. Все. Получился равносторонний, ну, насколько у меня руки хватило точности, треугольник,
каждая сторона которого разрезана от... Отлично, отлично. Смотрите, тетрадка. Что человек делает? Рисует. Идея, которая сейчас рассказывалась на доске, о том, что надо сначала поделить пополам, потом опять пополам, им не воспринято. Ребята, это страшная штука. Вы привыкаете в школе ставить барьер между знаниями и собой. Вы настолько привыкаете, что все, что говорят взрослые, это ерунда, что, казалось бы, приехали на занятия, но внутренне все равно убеждены, что да понятно же, что ерунду будут говорить. Да? Понятно же, что ничего хорошего я тут не получу. Так и не получишь. При таком подходе, когда стоит жесткий фильтр, и не получишь, потому что не услышишь мысль. Я же объяснял, что просто и более-менее красиво получилось, даже если не очень точно рисовать, нужно именно делить пополам. Потому что, когда вы разделили пополам, то вы уже от слишком больших ошибок себя застраховали. Потом следующее деление пополам, это еще страховка и так далее. А когда вы пытаетесь начать сверху и проводить по отрезку, разумеется, у вас, как сказать, у вас рука сбивается. Вот вы начали проводить раз, два, три, четыре, пять. Посмотрите, вот этот отрезок, разве он похож на это? Уже сбилась рука. И надо быть очень хорошим художником, чтобы действительно безошибочно... Ну, понятно, что те, кто в художественной школе учатся, им без разницы, они и так нарисуют. Вот. А люди, которые не учились серьезному рисованию, для них все-таки вот этот способ с делением пополам, он попроще. Значит, господа, я сейчас объясню вам, что такое барицентрические координаты. Барицентрические координаты. Давайте договоримся, нижнюю сторону обозначим буквой А, правую Б, левую С. Запросто можно было говорить нижняя, правая и левая, но так, буквами быстрее. И я отмечу сейчас несколько точек. Ну, например, поставлю желтую точку и снабжу ее номером 1. Красную точку номер 2. Синюю точку поставлю вот сюда. Она у меня будет номер 3. Что еще бывает? Оранжевый у меня есть цвет. Давайте поставлю, ну, например, сюда. Оранжевая точка 4. Зеленая есть. Зелененькая точка, пусть у меня будет, вот здесь где она будет, номер 5. Наверное, хватит. Так вот, для каждой из этих точек я сейчас укажу ее барицентрические координаты. А именно, бывают барицентрические координаты 3 штуки. А, Б, С. Давайте я пронумерую наши точки. Так, значит, первая точка была желтая. Потом была у меня красная точка, вторая. Да, потом синяя была третья. Оранжевая и зеленая. И на этом моя фантазия кончилась, потому что у меня перед лицом вот здесь лежали именно эти цветные мелки. Отлично. Так вот, определение очень простое. Чтобы узнать барицентрическую координату, надо посчитать кратчайший путь от данной точки до стороны, помеченной этой буквой. Объясняю. Если у нас точка номер 1, то до стороны А 1 отрезок. До стороны Б 1, 2, 3, 4 отрезка. До стороны С 3 отрезка.
Так, быстренько, для второй точки. До стороны А. Кто скажет, сколько? Подумайте. Раз, два. Семь. Семь, конечно. Так, до стороны Б. Одна. Отсюда. Одна. Действительно. Так, а до стороны С? Ноль. Ноль. Очень хорошо. Считаем третью точку. До стороны А. Раз, два. Две. До стороны С. Б. Одна. Одна. До стороны С. Пять. Пять. Очень хорошо. Для четвертой точки. До стороны А. Четыре. Четыре. До стороны Б. Две. До стороны С. Две. Две. Так, и последнюю точку. Понятно, что я мог бы вообще, если у меня было больше времени, весь чертеж так обсчитать, но важно, чтобы вы идею поняли. Так, для пятой точки, вот она. Три. Три отрезка, молодцы. Три. 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 Два. Три. Три. Два. Два. Три. Два. А теперь вопрос. Есть ли какое-то простое свойство, которым обладают вот эти числа? Они все равны 8. Что такое все равны 8? Сумма этих чисел равна 8. Сумма этих чисел равна 8. И сумма этих чисел равна 8. Этих, этих, этих. Господа, я это очень легко могу доказать. Смотрите, что происходит, когда я от какой-нибудь точки сдвигаюсь. Вот, например, от четвертой сдвигаюсь к пятой. Смотрите, вот есть четвертая точка, есть пятая. Координата вот эта не поменялась по той простой причине, что я двигался вдоль стороны С, да? А здесь одна уменьшилась, вот эта вот четверка уменьшилась на единицу, а эта увеличилась. Вот когда вы от любой точки делаете шажок в любую из вот этих точек, то одна из координат не меняется. Почему? Потому что когда вы сдвигаетесь вдоль этого отрезка, то вы сдвигаетесь параллельно стороне B, значит, соответствующая координата не меняется. А здесь вы удаляетесь от стороны А, но зато приближаетесь к стороне С. Или вот здесь, вот смотрите, не меняется координата А, но вы удаляетесь от B и приближаетесь к С. То есть любой из вот этих отрезочков параллелен одной из сторон треугольника, и значит соответствующая координата не будет меняться. И ведет нас к увеличению одной из двух других и уменьшению таким образом. Барицентрические координаты. Что? А я хотел сказать, что я думаю, что везде сумма 8, внимание, потому что любая сторона треугольника 8. Я хотел сказать, что я думаю. Потрясающая конструкция, да? Неужели вы могли бы сказать то, что вы не хотели? А еще лучше, как вы могли сказать то, что вы не думаете? Так, а теперь можно мысль? Забудьте, да? Вот ваш слушатель то же самое. Сказал, пока что? Вы говорите, что, откуда. Он сказал, что он хотел сказать, что он думает. Тут никто не помнит, о чем. Что везде сумма 8, потому что сторона треугольника это тоже 8 отрезков. Ну ладно, пусть будет по-вашему, да. Пусть это будет то, что вы хотели сказать, о чем вы думаете. Да. Итак, действительно, барицентрические координаты обладают таким замечательным свойством. Сумма обязательно равна, ну в данном случае 8, потому что разбили на 8 равных частей. Если бы разбили на другое количество равных отрезков, то, соответственно, равное количество было бы равно. Только вот что, господа. Давайте мы договоримся, что у нас А это количество жидкости в 8-литровом сосуде. Б – количество жидкости в 5-литровом, а С – количество жидкости в 3-литровом. То есть давайте напишем так. Это будет, так сказать, координата А, это Б, это С. Скажите мне, пожалуйста, все ли точки, которые здесь нарисованы,
годятся для того, чтобы изображать когда? Нет, не подходит точка 3, потому что у нее там буковка С 5. Правильно. Молодец. Действительно, здесь 5, а не может 5 литров быть в 3-литровом сосуде. Никак не может 5 литров быть в 3-литровом сосуде. Значит, если вы желаете, чтобы все-таки было так, ребят, соблазн на самом деле велик. Потому что, когда вы переливаете жидкость, то общее количество жидкости, оно ведь тоже не меняется. И все время остается равно 8, согласны? Да. Поэтому все-таки какая-то связь с полицентрическими координатами явно должна быть. Так вот, я предлагаю следующий способ. Давайте поймем, что в 3-литровом сосуде не может быть больше 3 литров. Поэтому вот эта самая третья из барицентрических координат не может быть больше чего? Трех. Больше 3. Так, покажите мне, пожалуйста, пальцем на доске точки, у которых барицентрическая третья координата равна 0. О, как плохо. Давай. Вот это. Еще хуже. Я надеюсь, что вы поняли вопрос. Ребята, в математике слова имеют смысл. Надо отвечать не на свои тайные желания, а на заданный вам вопрос. Точка 2. Повторяю, нет. Я задал четкий вопрос. А вы его даже не слышите. Проблема же в этом. Проблема сейчас у нас с вами не в том, что вы что-то не можете решить, а в том, что вы не привыкли слушать вопросы. Вы не привыкли всерьез относиться к собеседнику. Это очень большая беда, ребят. Вы привыкли, что с вас все время что-то требуют, что с вас спрашивают, но не привыкли слышать заданный вопрос. Вы не привыкли относиться к собеседнику как к нормальному человеку. Повторяю вопрос. Услышьте его, пожалуйста. Покажите все точки, третья из координат которых равна 0. Пожалуйста. Нет, это не точка 2. Точка 1. Нет, это не точка 2. Вот. Это гораздо лучше. Вот. Таких точек на самом деле, вот это уже гораздо хуже. Гораздо хуже, да. Слышал вопрос. Он не понимал, что его спрашивают не о том, что точка на границе, а о том, когда именно третья координата, когда координата С. Господа, вот это все точки, когда в третьем сосуде 0 литров. Так, хорошо, не убегайте. Покажите, когда третья координата равна единице. Давайте договоримся, что третья координата – это будет количество воды в третьем сосуде. Там, где 3 литра. Да? Где третья координата равна единице? У каких точек? Нет, нельзя. Он у доски стоит, он сообразит. Не может быть, не сообразит. Ой, к сожалению, давайте. Скажите. Точки, у которых третья координата равна единице. Отлично. Покажите точки, у которых она равна двойке. Нет, можно почетче. Вы собой загораживаете, в результате плохо видно. Так, все поняли, да? Да.
Вот эта линия параллельная стороне треугольника и проходящая вот так. Отлично. И, наконец, где третья координата равна трем? Молодец. Господа, а вот все дальнейшие точки... Все, смотрите, спасибо. Все дальнейшие точки надо взять и убрать. Потому что больше, чем 3 литра в 3-литровом сосуде не бывает. Для того, чтобы у нас не исчезла память о треугольнике, потому что иначе мы сейчас вообще все сотрем, давайте сделаем так. Я обведу зеленым мелом. К сожалению, камера не очень хорошо передает цвета, поэтому те, кто по интернету смотрит, им тяжело понять. Но те, кто в классе находится, видят, что мел действительно зеленый. Так вот, это бывший наш треугольник, а вот эта часть его нам уже не нужна. Все, все, она уже исчезла, я ее уже стер. Но, господа, я должен стереть не только ее. Потому что в 5-литровом сосуде не бывает больше 5 литров. Покажите мне, пожалуйста, все точки, когда в 5-литровом сосуде 0 литров. Пожалуйста. Нет, пальцем поближе, чтобы было видно, что вы... Да, 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 да. Молодец. Все, все, действительно так. Действительно. Да. Здесь барицентрическая координата 2 равна 0. Где она равна 1? На какой линии? Вот на этой. Правильно. Где она равна 2? Вот здесь. Так, 3. Ну, быстрее. Вот здесь. 4. Здесь. 5. Здесь. Отлично. Тряпку возьмите. Да. Мощное оружие математика. Тряпка. Спасибо. Отлично. Молодец. Значит, все, все, все. Все делаем. Можно? Господа, нет, нельзя. Значит, вот почему родители, на самом деле, не здорово пускать в класс, потому что родители — это вечные мобильные телефоны. Так, вот, значит, смотрите, господа. Вот он. Вот он, наш бильярдный стол. Причем здесь бильярдный стол, поймете через пару минут. Нет, 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 нет. Ребят, извините, я потратил почти час на то, чтобы вас к этому подвести. Поэтому все-таки последние несколько минут вы мне отдадите. Значит, что все-таки мы спокойно сейчас доведем так, чтобы поняли вообще все. Значит, смотрите, для того, чтобы было все понятно, давайте я сделаю следующую вещь. Я пронумерую точки римскими цифрами. Это будет 1, 2, догадайтесь. 4, 5, 6, 7, 8. Здесь я не хочу... Ребят, делайте вот что. Конечно, по совести надо было бы сейчас быстренько нарисовать второй чертеж. Но у меня нет столько времени, и главное, что не хочется у вас столько времени ерундой занимать. Поэтому давайте сделаем так. Я возьму красный мел и проставлю, ну, какие значки мне проставить. А давайте обычные арабские цифры, хорошо? Значит, так, 1, 2, 3, 4. А что, вы удивились, что они арабские? Нет, я не. Задача. Пожалуйста, покажите, где на этом рисунке расположены эти точки. Значит, идея сейчас очень простая. Вы выходите к доске, показываете пальцем. Если это так, я ставлю. Если нет, говорю, что следующий. Кто смелый? Кто покажет точку с барицентрическими координатами 8, 0, 0? Нет, прыгать не надо. Один человек уже идет. Быстрее покажи. Самая верхняя. Да,
Прыгать на самом деле надо. Просто ему немножко не хватает. Молодец. Действительно, самая верхняя точка это удалена на 8 единиц снизу и 0 здесь и 0 здесь. Молодец. Вторую показать можешь? Молодец. Правильно показал? Успел? Соперник не успел добежать до доски. Так, вторую точку. Так, тут, знаете, играем в царя горы. Давай. Царь горы. Ну? 3, 2, 3. Да, и где же это? Ну, это кажется. Неверно. Верхний царя горы. Нет, эта точка, молодец. Действительно, это точка 3. Ошибся. Неважно, неважно, сверху, значит, сверху. Так, ты ищи дальше, четвертую. Ребята, и вы тоже ищите. Может, успеете раньше, чем он. Что-то. Где? Вот здесь, ответ не верен, садись. Не надо камеру сносить. Да, давай. Молодец. Это действительно четвертая точка. Следующая. Или кто-то еще тоже? Ну правильно. Пятая. Дальше. Шестая точка. На расстоянии 1 снизу и на расстоянии 2 слева. Покажи. А вот уже успел. Сережа, да. Успел. Он не черт, тут Сережа. Так, дальше. Седьмую сможешь показать? Правильно. Правильно. Действительно, здесь седьмая точка. Все, садитесь. Восьмая, давай. Давай. Восьмая. Я думаю, Сережа сам показал. 4-4, где? Сама точка С. Видите, если бы вы поняли закономерность, смотри, то вы... Пожалуйста. Давай. Вот. Нет, не здесь. Вот. Ты ошибся, а это правильно. Это правильно, молодец. Значит, действительно, вот эта точка восьмая. Ребят, к сожалению, у меня нет возможности сейчас... Все-таки доска, она... не из мультфильма. А еще девятую точку, там еще бы девятую. Нам не нужна. Нет, арабский. Извини, арабский мы потом. А, уже то же самое. Господа, смотрите, у меня нет возможности, чтобы эта доска взяла бы вот здесь вот, как сказать, вошла бы туда, и здесь бы настоящий бильярдный шарик, да? Я думаю, техника будущего, сядь, пожалуйста, подожди и послушай. Так вот, я думаю, что техника будущего позволит такие эффекты делать. А пока что просто вообразите себе. Вообразите, что вот это бильярдный стол. Вообразите, что отсюда летит бильярдный шарик. И смотрите, как замечательно он летит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь наша луза. Здесь наша точка. 4-4-0. Еще раз. Это же траектория бильярдного шарика. Он отражается от стенок. Видите? Вот. А сейчас давайте. Я беру красный мел. И мы проставляем арабские. Начало абсолютно то же самое. Точка номер 1 это та самая точка, с которой мы начинаем. Кстати, точка номер 9. Секунду. Это будет тоже та самая точка, в которой мы будем. Пожалуйста, конечно. 5.03. Нет, неправда. Нет. Дело в том, что шарик не может остановиться в промежуточной точке. Он обязан дойти до стороны. Давай.
Немножко это ясно. Что значит ясно? Пока что у меня две поднятые руки были. Ясно вам. Правильно. Так. А третью можешь? Да, да, молодец. А третья здесь. Эх вы. Да, 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 да. Шарик. Бух, бух. Дальше. Можно не смотреть на таблицу. Ребята, мы зря мучились, рисовали таблицу. Если бы мы сразу знали принцип... Все. То есть решение задачи не требовало этой таблицы. Все, что надо было, изготовить такой бильярд и пустить в нем шарик. Оказывается, что когда нам казалось, что мы такие хитрые придумываем какие-то варианты, оказывается, мы в это время просто катали шарик. И, кстати, вариантов у него не так много. Можно его покатить сюда, а можно его покатить сюда. А дальше он уже сам. Понимаете? Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там. Только два варианта. Вот, а третий? Какой третий? Покажи. Нет, не, только не выписывай числа, а покажи на картинке. На картинке? Точка. Выйди, покажи на картинке. Тетрадь положи. Выйди, покажи на картинке. Как ты будешь катать свой шарик? Вначале здесь? Да. Здесь. Конечно. А как он у тебя прыгает? Катится. Ну, он катится... То же самое в этом углу, но... Смотрите, если он покатится в этот угол, а потом в этот, то он потом покатится в этот и потом опять запрыгает так же. То есть, конечно, можно добавить к маршруту избыточные звенья, но, по сути, вот чем важна... Ребята, услышите, пожалуйста, это очень важная вещь. Чем... важны такого рода модели. Тем, что они делают задачу геометрически очевидной. Если раньше вам казалось, что у вас есть две таблицы, и вы подумаете и найдете третью, четвертую, пятую, выяснилось, что нет. Выяснилось, что на самом деле суть в этих катаниях. Все? Примерно? Да.